Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 22 августа». Враг будет бить ракетами по нашим городам в День независимости. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Российская Федерация – это архаичное государство, и оно привязывает свои действия к определенным датам. Россияне ненавидят нас, поэтому попытаются 23-24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. Также есть информация о том, что с 23 по 25 августа нужно прятаться в укрытие при каждой тревоге. Это посоветовал сделать первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Цитирую его слова. «Прежде всего, при планировании своих маршрутов перемещения в обязательном порядке заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия».